стоит напомнить, что нас не только можно слушать по радио, но и смотреть за всем происходящим в студии в интернете. Мы ведем прямую видеотрансляцию на сайте Авторадио и на канале Авторадио Москва в YouTube, так что присоединяйтесь. Я, пользуясь случаем, что нахожусь у вас на радио, хотел бы передать привет. Это возможно? Не имею ничего против. Недавно разговаривал по телефону с одним замечательным человеком. Имя я, конечно же, говорить не буду, чтобы не осуждали за связи и тому подобное. Ну, по просьбе, была просьба поздравить с юбилеем Серафима Матасовича Пупкина, который его сегодня и отмечает. Слушайте, я как узнал, что у него день рождения, я чуть из трусов не выпрыгнул. Ну, думаю, что дарить-то? У меня же ничего нет. Ну, то есть у него же все есть. Ну, в смысле, что у меня нет, чего ему нужно. Ну, а то, что у меня есть, ну, как я могу ему отдать? Тогда у меня не будет. В общем, успокоился я только тогда, когда понял, что торжество, что на торжество он меня не пригласил. Вот. Ну, думаю, это я хоть как-то переживу. Как говорится, лишь бы ему хорошо было. Мы же, собственно, для народа и стараемся. Если народу хорошо, то и нам ничего отдавать не нужно. Так что, уважаемый Серафим Матасович, я счастлив вас поздравить с днем рождения. Желаю вам безграничного счастья, крепкого здоровья и много преданных друзей, которые всегда придут на помощь и в трудную, и хорошую минуту. Ну все, пойду напьюсь за здоровье именинника. Еще раз с днем рождения. Всего доброго. Спасибо, не провожайте.